уже все привыкли к разным фишкам MIUI десятки, ну и вообще к жестам на смартфонах. Хотелось бы поговорить о такой вещи, как скриншот. Все мы знаем, как можно сделать скриншот. Можно вынести, допустим, на управление на кнопку питания и уменьшение громкости. Можно сделать скриншот долгим удержанием какой-то определенной клавиши. Вот. Но сейчас мне бы хотелось поговорить на другую тему. Есть управление жестами в любом смартфоне, в принципе, ну, возьмем конкретно Xiaomi. В управлении жестами есть кнопки и жесты. Здесь вы можете настроить под себя систему как угодно. И есть такая штука, как жест тремя пальцами делать скриншот. Это очень удобно и практично. Продемонстрировать это можно следующим образом. Вот и все, скриншот сделан. Мы можем нажать на его редактирование и сразу отредактировать его, либо удалить, либо отослать кому-то. Любая важная информация теперь не останется без внимания вашего. Если вам надо будет на чем-то заострить внимание, что-то сохранить быстро, жест тремя пальцами и все. Главное настроить эту функцию. Кому было полезно, кто знал, те молодцы. Кто не знал, попробуйте пользоваться. Я думаю, вам это понравится. Да, это не Honor, на котором можно на заднюю сенсорную кнопку сканер отпечатка пальца настроить и фонарик, и диктофон, и все что угодно. Вот. Но, тем не менее, это даже лучше. Что с тремя пальцами делаете, потом сохраняется скриншот, и вы делаете с ним все, что угодно. Отсылаете, заходите потом в скриншоты и смотрите. Вот. В принципе, это очень просто. Всем, кому было полезно, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, какие жесты еще используете вы для разблокировки, для перехода между приложениями, можете написать в комментариях. Всем пока!